Здорово, стратегические жевжики! Вы видите и слышите Алексея Халецкого, главного стратегического жевжика планеты Земля, и смотрите продолжение партии в Sid Meier's Civilization 6 за инков на последнем уровне сложности божество с челленджем вырастить самые большие города на планете. Ну и победить, конечно, тут на божестве. Что за челлендж? Подробности в первой серии, если вдруг вы случайно наткнулись на это видео, то переходите к первой серии, ссылка в описании, в прикрепленном комментарии, там же ссылка на плейлист для спонсоров, где для них уже все серии, в общем-то, должны быть выложены. Спасибо большое спонсорам за поддержку. Что ж, продолжаем. 5 ходов до следующей эпохи, но мы уже точно в золотом веке. Короче, вот у нас Эйфелева башня. Получен уже... Значит, как он действует? При строительстве чуда дает производство максимум до половины вашей текущей золотой казны. Ага, ну то есть я плачу, грубо говоря, все деньги. Ну то есть, например, 1700 я могу получить... сколько? 850 производства. У нас стоит Эйфелева... 1620 это базовая, а на сетевой скорости получается 810. То есть, в принципе, если я сейчас не потрачу деньги, то я сразу Эйфелеву башню смогу построить. Рядом с центром города она строится. Давайте... Ну, в этих городах неохота. Надо где-то, наверное, в новом городе. Давайте вот мы вот здесь, может, построим, в Саусе. Надо будет, короче, в Саусу чувака перебрасывать. А я могу прямо сейчас вообще. О, и сразу мы, наверное, и построим Эйфелевку. Потому что Эйфелевка плюс 2 к престижу на всех клетках ваших цивилизаций. У меня, правда, довольно много притягивающих престижа, но некоторые все-таки не дотягивают. Я думаю, что у нас заповедники еще по максимуму получится в этом случае. Так, жилье есть. Ну, давайте центр вещаем. Вообще, по-хорошему бы тут, наверное, просто уже в науку ставить... Ну, я имею в виду эти... Ой, как его? Все, уже тут нечего тырить даже. Я на втором месте по техам. Немец. Блин, ну все-таки, вот видите, Германия все-таки неплохо идет по науке всегда. Ее хорошо ставит. Она даже, видите, всяких этих обгоняет. Вавилонов с Кореями. Вообще бессмысленно. Не знаю, я вот думаю, что я зря все-таки развлекательный комплекс. У меня плюс 5 счастья просто везде. Блин, ну что, в итоге все равно надо фабрику строить. У нас с энергией. Тут дает энергию. Тут, видите, вот у меня до этих городов я надеялся, что вот это... Фабрика вот сюда дотянется, а у меня вот по одной клетке не дотягивается сюда, и две клетки сюда. Вот если бы у меня был инженер, который позволяет дальше не на 6 клеток, а на 9 действовать, было бы вообще зашибись. Я надеюсь, может, после этого будет такой инженер. Не знаю. Арену не хочет. А, тут кампуса нету, чтобы, кстати, читать проекты. Ну, надо кампус тогда построить. Давайте кампус построю вот сюда. Видите, даже без плюс одного. Просто пускай будет. Так, гавань есть. Маяк строим. Союз с Китаем. Не хочу продлевать. Давайте я просто с ним дружбу объявлю. А союз, в принципе, нафиг надо. Так, не хочу тратить деньги сейчас на покупку. Сначала построим Эйфелеву башню. Так, Екатерина Медичи готова сахар продать. Написано... Хм. А, так мы с ней торговали вот так. Ой, блин, что я принял? Она могла больше мне дать денег. Черт. Ошибочка. Такое скромное войско. Так у меня больше войска, чем у тебя.
Так-то я не опасаюсь, меня все любят. Не знаю, почему Бразилия так на меня обозлилась. Так. Значит, в Саусе ставим Эйфелевку. 810, да. У меня даже немножко денег должно остаться, то есть мы должны потратить 1620, то есть 378 деньги должно остаться. Ну-ка. I ought to be jealous of the tower. Угу. Посчитано. Так, ну и все. Теперь, собственно, на всех клеток. Вот тут особенно мне нравится. Вау. Красопед. Да везде мне теперь нравится. Теперь все клетки, ну, кроме тех, которые я обработал по дурости. А вот, смотрите, все равно тут не дотягивает до высокого престижа, блин. Ну вот потому что, наверное, здесь это предприятие тоже как-то. Тут, видите, предприятие, а не рудник. Нет, тут рудник. Кстати, вот рудник снижает, ладно. Вот здесь не добивает. А почему вот здесь не это? А вот здесь непонятно, почему притягивающие. Тут нету ничего, коммерческий кампус не снижают. Блин, я не знаю, почему здесь так. Так, ну поехали. Блин, еще шпиона, что ли? Сделать. Нет, захватили. Эх, Корея. Так, давай попробуем его выцыганить. 32 вход. Черт. Может, селитры тебе? Двадцать четыре вход. Просто не хочется вход ей платить. Ну ладно, вообще, а все с другой стороны. Ладно, пускай. Технологий. Союз с Германией, блин. В втором месте Майя. Значит, к Майе надо отправлять уже захищением технологий. В Канаде мы уже все украли. Так, что нам здесь? Ну, это за счет пантеона нам тут вера капает. Обработаю тут ферму, поставлю. Теперь можно клеточку покупать. Просто, чтобы прокачать, спросите. Тут негде деньги воровать, поэтому... Так, ну тут тоже исследовательские гранты. Так, тут выкупаем и ставим промышленную зону. Вот эта промышленная зона норм... Раз, два, три, четыре. Блин, и это до Ланака не дотягивается. Зато она до этих городов дотягивается. Хотя... Четыре, да, тут дотягивается. Раз, два, три, четыре. Да, господи, что ж у меня... Как-то я в этой игре как-то я поставил все зоны как-то странно. Так, сейчас я хочу... Химию открыть. Это экономика, стандартизация, химия. Потом, собственно, ракетостроение. Блин, все техи по одному ходу. Потому что 460. Я просто улетаю по сравнению со всеми этими ребятами. Империя хотела, чтобы я не обращал, но... Я и не обещал, что не буду обращать. Корпорации и биржу. Что, я могу где-то корпорацию создать? Я меня же до сих пор этот ожидает. Великий человек. По
По-моему, на чаю я могу создать, нет? Блин, где у меня чай-то вообще? Вот это будет только третий чай, да? Я, похоже, всех по два. Давайте вообще проверим. Монополия на сахар у Франции. Табак. Нет, чай 3 из 8 написано. Ну и почему мне... Где он вообще? Давайте почитаем. Поищем точнее. Вот он. Раз. На моей территории, я имею в виду. Где-то тут был вот 2. А, и вот 3. Слушайте, можно. Давайте я создам уже корпорацию. Чем мы держим этого великого торговца? Так, шпион. Давайте торговца еще сделаем. Этого шпиона к ацтеку отправлю. Хай качается. Биржу, наверное. А, подождите, тут у нас нету центра коммерции. Ну, нету центра коммерции, значит, исследовательские гранты. Так, вот тут биржу. Тут. Гранты. Реально, столько... Благодаря заповедникам столько районов можно пропустить и не строить. Заповедники при наличии действительно высокого престижа, что... Чего у инков, напоминаю, благодаря горам в избытке. Это просто улет. Так, тут ферм. А, даже можно террасу. Да, качественно, очень мне нравятся тропинки для хайкинга. То есть американцам нравится, что у меня этих много заповедников. Кстати, первый раз я такое сообщение вижу в шестой циве. Честно говоря, от компьютера. Обычно играете что-нибудь другое. Интересно, а есть кто-то, кому не нравится, что у вас много заповедников? Фермы улучшились. О, вот это надо поставить. Так, соседство, коммерция, гавани. Плюс 4 влияния. Соседство для кампусов. И дополнительный шпион. Так. Тут, значит... Нет, не первый послуг. Плюс 4 влияния. Здесь 5-летний план. Ну, пока так оставляем. Вот демократию откроем, тогда уже... Где у нас демократия? Вот она. Тогда уже и покруче сделаем. Уголь. Нет, уголь не буду продавать. Продуктовый рынок. Отправим. Можно... Смотрите, где у нас вера, туризм, производство. Вообще, очень нормально производство, без промышленных зон, особых таких крутых. Вообще. Так, вот знаете, что не показывают? Мне бы было классно, если бы показывало количество жилья. Вот, население. 23, а тут 30. Из Антавалии надо отправлять караваны. И Кахамарки все-таки. Видите, тут 34,5 жилья. Это благодаря этим. Ну, тут маловато гор, правда, в этом городе. Я считаю, что не так много. Бывало и побольше гор.
наваливало. Так, а вот тут пригород. Наверное, вот сюда надо ставить пригород. Подождите, а у нас тут как с жильем? 27, да не, нафиг. Вообще нафиг, честно говоря. Я бы тут больше не строил никакие районы. Так, продуктовый. Универ. Верфь, морской порт. Ну, просто выхлоп от морских клеток больше будет. Фридрих уже Буэнос-Айрес пересадил, но у нас столько... Ладно, копим. А, у нас вообще один посол только. У нас столько счастья, что и без Буэнос-Айреса. Так, теперь просто стоим, наверное, каждый ход. Синтетик чай. Инкорпорейтед. Не. Леша Чефирь Лимитед. Ну, потому что лимитированная будет версия чайку. Не всем достанется. Ищение технологий. Сначала найдем источники. Так, дальше лабы будем строить. Ух ты, а смотри, как Канада поперла. 428. Но это, наверное, лабы построены, я не думаю. Вот здесь, видите, у этих все... А, нет, не все. То есть библиотека, университет, а вот это же... А, это сам... Религиозная агрессия бесславно разваливается. Отлично. И что мы за это получаем? Влияние религии резко усиливается, и 200 мирового влияния. Кайф. Так, я с кем-то янтарем закончил торговать. Нет, некому предложить янтарь почему-то. Ну, если, значит, я просто его продавал. Ну, давайте 20 вход. И 15 вход за черепах. Лошадей и железо некому предложить. Так, очередной шпион прокачан. Хищение шедевра, проведение диверсии на производстве. Давайте возьмем. Это он благополучно беспорядки спровоцировал. Тут продолжаем тырить денежки. Ну, не знаю, пошли в Корею, вот тут остаток обратим. Это последний у меня апостол. Я вообще ни один караван к соседям не пускаю, все равно с кучей бабла сижу. Опять спасибо заповедникам. Ну, разве не читы? Читы, конечно. Так, продуктовые рынки, тут давайте лабу. Вообще даже куплю, не буду строить. И ракетостроение открываем, причем я буду космопорт в Кахамарке вот тут ставить сейчас. Хватит с меня эту астролябию просить. Свою найдите, ею пользуйтесь. Представьте, на что способны блестящие умы моего народа. Не знаю, судя по количеству науки в Бразилии, 156, ни на что не способны, чувачок. Что-то как-то... повость о Гензи. Давай только без права прохода. И вот так. О, давай просто возьмем. Ну, чего нет. Туризм я тут побеждать не собираюсь, а дополнительная культура не помешает. Новое время, опять золотой век. When you launch a rocket,
Так, сейчас мы демократию будем принимать. Слушайте, ну, выход в золотой век, мне кажется, требует лайкосика и комментария под этим видео, как вы думаете? Так, сейчас что мы... Пульс паровой машины. Наверное, пульс паровой машины берем. У меня нет международных путей, да. Хоть производство от компусов получим. Кроме того, где-то сейчас появляются ссылки на мои социальные сети. А если вы до сих пор не подписались на мой канал, то подпишитесь, конечно же. Все еще как-то вы не подписались. Кроме того... Можно оставить супер спасибо или даже стать спонсором канала. Также есть еще несколько способов порадовать меня денежкой. Все-таки спасибо товарищу Пу. Доход от каналов упал, и ваши вот эти денежные пожертвования вдохновляют меня продолжать делать видео на канале. Спасибо за поддержку всех. Особенно спасибо спонсорам. И продолжаем вести инков к величию. Так, дефицит энергии есть, я знаю, я все надеюсь. Во, блин, мне вот этот нужен, чувак, Тесла. Блин, а вот мне интересно, это на один он район? Здание этого района влияет на три клетки дальше, вот это вот важно, понимаете? Но это похоже на... Только на один район, то есть я его вот в Кахамарке использую, но он не будет там... Ну, все равно, мне кажется, надо почитать на него. То есть... Мне он нужен, а лабы чуть позже сделаем. Так, вообще давайте я куплю, наверное, рощу. Сразу. Чтобы получать бонусы. Но вот тут притягивающий. Видите, не могу выше сделать. Ладно. Вообще, наверное, надо было вот тут ставить. Эйфелевку-то. Черт. Тоже тупанул немножко. Селитру нет, не будем продавать. Караванчик могу. Ну, кстати, давайте караванчик, наверное, отправлю из Кахамарки все-таки, наконец, куплю. Мы будем сейчас космопорт строить скоро. Кроме того, демократию принимаем. Так, сюда рационализм добавляем. Новый курс. Блин, я не знаю, стоит ли нам новый курс. У меня там и довольство, и жилья вроде везде дофига. Давайте я, может, его вместо либерализма просто поставлю. Вот так, вместо либерализма. Так, что тут еще? Теократическое наследие, мне кажется, нафиг надо. Что у нас тут еще? Колониальные налоги. Ну, ничего, такой бонус. Общественный транспорт. Ну, тоже не особо хочу. Народное ополчение, военная наука. Наверное, давайте колониальные налоги. В принципе, у нас... Это, конечно, не так много городов у нас на другом континенте находится, но выглядит прикольно. Сразу диверсию на производстве, раз тут 90% у нас теперь. Так. Куда я тут хотел? Ну что, вот сюда, может? Да, кстати. Я говорил, что вот здесь, типа, заповедник работает. На самом деле, Геликарнас. Мавзолей в Геликарнасе. Заповедник на воду не работает. Так, на всякий... Потому что помнишь, он не работает. Это мавзолей в Геликарнасе. Просто... Он так еще немножко стоит. Знаете, казалось, что это вот от заповедника. Нет. Я к тому, что я вот тут думаю...
заповедник вот сюда поставить. Я понимаю, что он на эту клетку не будет работать. Ну, надо сюда, наверное, ставить. Что тут думать? Блин, 16 ходов. Я очень интересно, я вообще успею его достроить за это время. Расщепление ядра открыть. Это мы, наверное, не успеем. Два центра вещания. А вот это мы должны. Или у меня одна только театралка. У меня, по-моему, одна только театралка. Типа, нафига мне больше, действительно. Может, скупить у народа шедевры, чтоб туда. Я все равно явно не смогу великих людей получить на это дело. Наверное, вот это я соглашусь, наверное. Вторую получу эту. Шедевр письменности. Так, дополнительные. Давайте на чай. Проголосуем. А тут запретить строительство здания этого типа. Угольные давайте запретим. Я их не буду строить, например. 2 очка дипломатической победы за себя и всемирная выставка. Так. Вот это я бы хотел, чтобы прошло. Ну, тут 3 голоса чисто волью. Что там может пройти, кроме... Не влияет черепахи. Ну, такое. Черепахи, по-моему, у всех есть. Честно говоря, так себе... Так, как у нас там с Тесла? 2 хода, если я продаю, наверное, я его куплю просто. Этот город дает плюс 1 престижа всем клеткам, на которых был. Ну, это я уже не заберу. Было бы интересно и этого тоже забрать, конечно. Есть несколько городов, типа вот сюда, например, использовать. Ну да ладно. Зато Тесла круто. Королевское общество построим. Так, тут лаба завершена. Жилье есть, продуктовый рынок, логистика, промышленная зона, лаборатория. И после лабы уже, ну, наверное, можно уже поставить очередь космопорт сюда. Это у меня самый производственный город, Кахамарка. Боже, у нас там где-то еще апостол бегает, его вон зажопили, апостолы буддизма. Что там отвалилось? Многолюдный многонациональный город Антавария никогда не спит. Достигло, я первым 25 жителей за всю мировую историю. Обратите внимание, Антавалия уже 25 жителей. 75... Нет, откажусь от этого ученого, нафиг. У нас нету археологических... Или, подождите, или есть у меня? У меня есть... Короче, ладно, есть один археологический, но... Всего лишь в одном археологическом музее. Нафига мне этот ученый? Я думаю, что там получше следующий будет. Так, я хочу... У нас есть раз, два, три, четыре реликвии.
И один... Нет, 5 реликвий и один музыкальный. Можно вот что-нибудь такое купить? Еще проверю. Какой-нибудь уголь продает? Уголь продают, хорошо. Так, шедевры. А, реликвии. Ну, а что нет? Кровь мученика. Все, все лишь одна. Так, шедевры. Муз произведения есть? Есть. То есть реликвий больше нет, я понял. Жаль. Нет, подожди, там можно шпиона еще сделать. Сначала шпиона сделаем. Так, лаба есть. Ну, пошли исследовательские гранты. Тут логистика, теперь лабу. Потом продуктовый. Так, здесь лаба завершена. Тут нам надо... Чайная корпорация новую продукцию, чтобы выпускала. Так, Никола Тесла вот здесь у нас должен... Пока вроде следующим ходом должно обновиться. Посмотрим. Сейчас на электричество один производится. Посмотрим, как опять же следующим ходом будет. Ну, затопление нам уже не страшно. Мы благодаря Валетте все скупили. В центрах городов. О! А вот этот ученый нам нужен. Ну, я все равно там читаю уже так. Религиозная агрессия в католицизм. Не, я не буду участвовать в этом. Плюс 100% космической гонки это нужный нам. Кто там ацтек принял? Американец и Франция. Ну, удачи. Занимайтесь этой фигней. Right now, there are 30... Спутники 5780. Рен отвалился. Тенжон присоединился к Франции. О! Диверсия. Еще чем прикольно в заповеднике играть, их не ломают. То есть, смотрите, я ломаю вот эти все... промышленные зоны, там дамбы. А заповедники как? Они вот как дают? Как давали, так сказать, денежку, производство, культуру и еду, так и будут продолжать давать. Никак вы от них не избавитесь. Только надо юнитами забегать туда и ломать реально. Так, кого мы дальше по... Ну, наверное... Я даже не знаю, надо ли мне здесь в кооперацию идти, потому что... Ну, оно реально не надо. Городские парки. Я даже и не знаю, что тут дальше прокачивать. Давайте Рейну, не знаю. Подожди, а где он вообще сидит? А, он у меня здесь сидит. Где у меня центр коммерции фиговый. Короче, я фигню сейчас взял вообще. Вообще фигню. Так, королевское общество завершено. Лаба, потом биржа. Тут продуктовый рынок и все. Исследовательские гранты пошли. Так, космопорт 6 ходов. А, ну давайте нефть откроем.
Что нам там следующее надо после... Ой, слушайте, а немец-то улетает. Вау. Так, спутники открыли. Нанотехнологии и умные материалы. Где у нас нанотехнологии? Вот здесь, сюда пойдем. Для ускорения нам понадобится буровая вышка. Ну, это мы сейчас нефть откроем. Два аэродрома. Три танка, два аэродрома. Пожалуй, без них обойдемся. Или купим. Или купим. Блин, я, кстати, не проверил, Тесла-то заработал. Но, судя по тому, что у меня минус по углю пошел, заработал. То есть, я думаю, что надо вот так. Да, видите? Как я начал сразу вот до всех этих вот дотягиваюсь. Тут не работает, потому что просто в самом городе нету зданий. Вот сейчас слабо построится и появится. Ну, короче, мне надо самому уголь покупать. Уже. Так, ну что, ничего хочется поставить? Содержание ядерных устройств, группы нет, наверное. Еще шпиона могу сделать. Блин, я воякуча... Надо... Вот это вот все. А я ж не могу угольную строить. Фак, вот это я молодец. Я ж хотел... Блин, ладно, мне там нужна угольная. Ну или мазутная, когда у нас нефть появится. А нефть? Нефть у нас... Не понял, где у нас нефть? А, вот, вот нефть и... Подожди, я не понял. А, у нас прям нефть на... Ух ты. Как это прикольно, но мы ускорить не сможем, правда, пластмассы, к сожалению. Ну тогда ладно, покупаю тут нефть мазутную. Чтобы электричество отсюда тоже шло. А вот мы и нанотехнологии сперли. Кайф. Это, кстати, очень хорошо. У нас алюминия нету, так что мы их ускорить никак не могли. Еще, наверное, шпиона построим. Так, дальше в космическую гонку. Военная академия или порт. Блин, а у нас не будет. Значит, нам, наверное, в космическую гонку и не надо тогда. Ну, пошли в глобализацию. Использовали всех апостолов, наконец. Не знаю, будет ли там обратно возвращать в свою религию. Столица, видите, столица прогрессивная во Франции. Она идет по пути Майю. На Млечный Путь заглядывается. Уран? Ну... Ну, вообще, 4 штуки. Нет, давай пока нет, но я так понял, что Германия, если что, готова уран продать. Будем иметь в виду. Так, далеко там? 100%. Какие там войска рядом с Америкой у меня есть? Наверное, просто корабли плавают. Зеленый чай, морской еж. Вот это название. Так, где у меня больше всего сейчас науки? Туда надо перебросить... Потому что это 15% к науке идет. Прибыль, наверное. Да, наука. Куско, потом Антовайлия, потом Уануку.
Просто не везде еще поставлены биржи. А, так вон товари. Значит, Вантавали пускай пока остается. Нет. Там третьего уровня, но надо договориться об обмене. Там крутой шпион. 160 однократно, 42 вход. Может, ты возьмешь дипломатическим капиталом, вот соточка, например. О, он прям... А 50? И 50 готов, а 25... Ну, давай просто отсюда равным. Давай так. Так, знаете, теперь я, наверное, на производство все-таки буду отправлять. В данном случае, чтобы быстрее построилось. Космопорт. Там все затапливается, а у нас мы за веру каким-то образом все наше побережье защитили. Вера помогла нам. Че, убили ГГшку мою? Кабул. А, Махенджо-Даро кто-то перекупил. Ну и фиг с ним. Махенджо-Даро нам не особо интересно. Нам теперь чисто 708. Слушайте, а что так немец куда-то улетает? Буровая платформа. Так, наверное, надо, во-первых, тут рабочего купить. Вот это все обработать. Во-вторых... Тут рабочего вот эту... Так, а откуда он ближе? Наверное, все-таки из Уануку. Один посол. Нет, не будем использовать. Махенджо-Даро не будем перекупать. Так, смотрим теперь на энергию. Я, по идее, только один город должен не доставать теперь. Вот отсюда все достает, и из Уайакучи не достает только до Уилькивама. Ну, в принципе, норм. А, блин, уголь надо купить. Вот откуда у нас нехватка энергии-то. Черт, это я забыл, конечно. Это я забыл. Так, а лошадей и железо... О, железо кто-то хочет купить даже. Вау. Железо... Да и селитру можно продать. И... Железо. И лошадей никто не хочет. Ну, уже все устаревшее, конечно уж. Чё уж тут... Наверное, обосновывается. Ну, давайте продолжим, наверное, деньги воровать. Биржа в Куско. Ну, все. Исследовательские гранты. Два хода. Ну, наверное, своим путем набьем. Дальше, может быть, на что-нибудь другое потратим. На какой-нибудь выкуп кого-нибудь. Заказник 745. Так, надо купить будет его. 745, да? А что мы тогда тут построим? Блин, а нужны ли нам еще кампусы? 738. Ну ладно, давайте. Давайте. Не знаю, реально нужны ли они нам.
что уже 730, я как бы уверен. Я вот не думаю, что немец и канадец больше 500 вообще сделают. Тем не менее, по количеству тех я все никак не могу немца догнать. О, он уже второй проект закончил. Ни хрена себе. Так, геотермальные электростанции. Технологию скрытности. Ну вот технология скрытности — это тупиковая теха. Она немножко бессмысленна. Ее вот как раз не особо интересно было красть. О, как лес загорелся. Но он вернется. Так, давайте, наверное, мы из Кахамарки опять отправим. Так, надо уже в родную гавань возвращать все эти корабли. И, думаю, расформировывать. Ну, а что они, а зачем они нам? Проводить ракетостроение, диверсия на производстве. Ощущение средств. Прям ты хоть расторгай союз с этим, с немцем, и отправляй к нему на диверсии. Ух ты. А что это он тут сломал им такое? Приехали варвары, короче, и сломали развлекательный аквапарк, поломали. Если чтобы купаться самим, там сломали его. Зачем? Варвары, сэр. Варвары. Так, нет, неинтересно нам эти все сделки. Уголь нам кучу людей готова давать. Культурный союз. Ну, а чё нет? Может, ты мне заплатишь только за это? В принципе. Кто на Китай, может только, наверное, Франция напасть. С Францией у меня и так плохие отношения. Тем более, проход ко мне через Корею. Белый чай первого сбора. Так, забираем плюс 100% космостроению. Следующий кто? Озарение для всех технологий информационной эры. Дело в том, что я уже практически их все открыл. И озарение тут осталось только раз, два, три, четыре. Нужных мне, я имею в виду. Да. Но все-таки так буду отправлять. Еда тут тоже важна, чтобы росло. Не знаю, может, не заключать дальше союз с немцем реально. Смысл? Дружбу можно. Чтобы нападений не было. Я бы к нему вот отправил там шпиона, который... Так, рощу давайте. Не рощу, а заказник вот тут купим. Боже, какие все-таки все эти заповедники, это трындец. Это просто, ну... Каждый раз вот на это, да? Так, хищение технологий. Ну, давайте... Хищение шедевра, ладно. Вот, ракетостроение. Давайте перебросим к немцу. Где у него тут космопорты? Ну вот, начнем со столицы. Так, а подрыв дамбы где-нибудь есть у немца? Магдебург вижу. Ой, тут шикарно будет подорвана дамба, господи. Вот это... Ну вот, видите, в Китай через ряд отправлял.
шикарный подрыв дамбы. Ой, 714. Нет, там у нас есть кто-то. Надо в Октаве попробуем поворовать. Следовательские гранты. Ну, видимо, продолжаем. Там... Никаких я еще не хотел, этого не особо. Ну, не знаю, получится получить этого. Возьмем, в принципе. Там я не вижу, чтобы я мог бы как-то сам. Так, с Монтесумой можно поторговать. А, нет. Смотрите, у кого-то ж явно... А, во-первых, уголь купим. А во-вторых, редкий ресурс, с кем-то я прекратил торговать. Слушайте, может, я вот так реально буду просто за деньги через быстрые сделки принимать. И свои тоже просто продавать за деньги. Просто быстрее. Блин, в городах плюс 4. Население 27 жителей, а счастье плюс 4. Это, конечно, трындец. Даже по, вот по этим параметрам просто охренеть. Так, давайте я хочу посмотреть, нету ли там... Кстати, у меня вот еще место необработанное одно до сих пор. Ну, лесопилочку, наверное, надо поставить тут. Many rule. A good plan violently. Так. Построен космопорт. Плюс 100% к космической гонке. Запускаем искусственный спутник. Да блин. Убили шпиона. Сволочи. Хищение шедевра, хищение... Давайте, наверное, тоже к немцу. Так. Я сначала тут лесопилку, потом сюда вернусь в террасу. Я уже просто никакие районы не хочу строить. Типа зачем? Типа зачем? Подрыв дамбы. Ну вот можно сразу начинать, даже без нахождения источников. Семьсот пятьдесят три науки валим. Так, озарение 7. Вот за инженерами еще надо смотреть. Этого заберет немец. Так, а адмирала этого мы хотим? Наверное, хотим, да. Тут линкор с углем. У меня еще 2 есть, я их все расформирую. У меня будет плюс 3 угля еще с ничего. С воздуха просто. Так, тут биржа. Тоже давайте исследовательские гранты. Или космопорт построить. Блин, а тут проблемка есть. Давайте вот тут мы его построим. Потому что если я его тут построю, то это минус к престижу будет. Космопорт дает минус к престижу. Откроем уран. Политический курс не меняем. Ну, в глобализацию иду я в первую очередь, чтобы плюс к производству от караванов поставить.
853, но, как ни странно, я что-то не догоняю немца. Ну, хотя нанотехнологии он не открыл. Нанотехнологии он не открыл. Что у нас вообще по космопортам? Немец, понятно, построил. Я-2 строю 13. Корея строит. Раз у немца 2. Майя-2. Кореи-3. Ну, вообще, это космическая гонка в самом разгаре. В самом разгаре. Так, еще ГГшку какую-то нашли рапаную. Но чем она закончится, я думаю, уже в следующей серии мы увидим. И смогу ли я до 30 жителей города разогнать? Ну, мне кажется, Антавалия вполне может. Я думаю, что тут надо еще купить рабочего и пару клеточек обработать. Тут вот надо космопорт будет еще стоить. О, озеро Редба. Это у нас спутник. Открыл все неизвестные нам места. Давайте глянем на карту в итоге, как у нас сгенерировались континенты. Ну вот Корее что-то не повезло с расселением немножко. А Китай я поджал. Успел поджать. В всяком случае. Но окончание уже в следующей серии. Спасибо, что смотрите. Спонсоры канала, кстати, могут прямо сейчас уже поискать в плейлисте. Для всех остальных оно выйдет завтра. На этом все. Играйте в умные игры. Слава Украине! Живе Беларусь! Всем покеда! Я Алексей Халецкий, тот, кто сделал это видео. Лайк, комментарий, подписка, возможно, супер спасибо и спонсорство. Спасибо за поддержку. До следующих видео.